Как мы в Греции. Вот примерно такая дорога у нас. Нам ехать 80 километров. Но у больших городов, конечно, будет побольше машин. Такие вот красивые пейзажи кругом, горы. Вот здесь вот особенно хорошо видно. Едем мы в Ираклицу, на берег моря. Что можно сказать о поездке на данный момент? Границу мы прошли очень быстро, потому что сейчас уже время школьных каникул закончилось, и все торопятся в обратную сторону. Что еще? У нас спустило колесо, мы заехали на подкачку, подкачали колесо на заправке BP. У нас нарисовалась еще одна проблема. У нас отсутствует полностью связь, мы никак не можем подключить свои телефоны ни к одной сети. И, в общем, связь, интернет – это, в общем, старая проблема Греции. Но мы надеемся, что когда мы очутимся где-нибудь у больших городов, может быть, там нам удастся решить эту проблему. Ну а так вот такая беззаботная солнечная Греция. 31 градус плюс. В общем, мы уезжали от жары, у нас было 23 градуса. Ну, я подозреваю, что там тоже сейчас тепло, но у нас пока 31 градус, но мы еще не на берегу. Да, на дороге инфраструктуры практически нету, очень мало пунктов для отдыха. Дороги здесь не такие, как в Германии или в Италии. И в Европе. Все-таки они обустроены намного меньше. Сейчас мы едем на Кавалу. И ехать нам еще 72 километра по навигатору. Наш основной навигатор нам отказал. И мы сейчас едем по навигатору в машине, которому не нужен интернет. Так. Если вы интересуетесь, какие документы мы предъявляли на границе, то мы предъявили российские паспорта и наши карточки болгарские ПМЖ. В паспорте у нас, естественно, есть шенгенская виза. И все, больше никаких документов нам не потребовалось. Нас никто не спрашивал, куда мы едем, зачем, когда вернемся. У нас не спрашивали никаких тестов, ни на ковид, ни вообще ни на что. Не спрашивали права на машину у моего мужа, не спрашивали документы на машину, вообще ничего не спрашивали, ни страховки, в общем, ничего. Конечно, все равно мы создали очередь, потому что остальные все проезжают вообще, я так понимаю, из окошка махают своими карточками. Но для нас это тоже, в общем, по-моему, очень хороший результат. Ну вот и все, пожалуй, из новостей. У нас осталось 26 километров, но сейчас мы уже Кавалу уже приехали фактически в Кавалу. До Тессалоников еще 117 километров. Это второй город Греции по величине, который находится на севере у нас. Это большой город. Какой смысл? Отдыхать лучше в маленьких городочках. Сейчас мы будем съезжать дороги, и очередная плата, я думаю, нас ждет. А ценника-то нету. Да. И сколько? Сейчас сколько? Через 200 метров. Держитесь левее. Так, похоже, что тут ценников нету. All Greek. А тут нету ничего, мы едем, да, поехали. А, то есть это опять какой-то бесплатный пункт нам попался. За нами грек, там сигналит. И да. Нам надо сюда будет повернуть налево. Ираклица, я уже вижу. Нам опять повезло. Опять я только говорю, что недостатки платные дороги, и мы заплатили только один раз. Всего лишь 1,9 евро. Ну вот, мы свернули на Ираклицу. Сейчас будем искать наш отель. Вот в этой чудесной бухточке.
специально взяли этот отель, чтобы не очень долго ехать и не устать. В общем, мы приехали в Ираклицу, в центр. Сейчас мы где-нибудь остановимся, будем искать наш отель. Вот мы сняли вилочку под номером 112. Вот такая у нас спальня. Спальня вот такая. Вот есть кондиционер, кровать. Тут даже столик, телевизор. Такой шкафчик в апартаменте у нас. Вот, пожалуйста, ванночка и туалетик. Вот такое зеркальце. А, кстати, душевая кабина увеличенного размера. В общем, все тут красиво. Зеркало. В общем, вилла люкс. Но это, конечно, не вилла, это второй этаж, только один. Это апартамент. Один апартамент, да, фактически. И здесь вот тоже комната, тоже очень хорошо оборудована. Вот так красиво написано «Релакс». Вот так диванчики. Ну, в общем, все есть. И внутри тоже. Ой, вон там люди купаются. Просто я обалдеваю. Мы сейчас пойдем купаться. Несмотря на то, что уже 6 часов, еще очень жарко. Какой прекрасный вид на чудесное Эгейское море. Там острова. Вот такой большой балкончик у нас тут. Столик. Все вот так вот красиво. Вот еще один балкон у нас в спальне. Вот такой балкон. Здесь у нас вид во внутренний дворик. Вообще здесь очень плотная застройка. Там находится дорога шумная. Много. Почему они еще не дома у себя? Вообще. Не в Болгарии. Ну, из 15-го. Ну, оно такое небольшое. А у тебя дальше тоже народу много. Не знаю почему, но мне кажется, не жарко. Мне тоже кажется. Отличная погода, вообще супер. А почему не жарко? Вроде бы солнце светит и палит. Не знаю. Вот это отель, наверное, да? Да. Отель, но он как-то не запомнен. Ну да. А он достроен? Да. Thank you.
первом населенном пункте Ираклица. Сейчас мы едем в центр на прогулку и приглашаем вас вместе с нами. Остановились на паркинге. Так это мандарины. Это целое дерево, одни мандарины. Просто одни желтые, а другие совсем зеленые. Здесь какой-то участок, недостроенный дом. Мы находимся в городе Нео-Ираклица. I've been seeking for the glory, say my name. And I've been trying to write my own story in the search for fame. I'm sitting here in this empty room, walls keep tumbling down, down. И похоже, здесь никто не ходит, тротуаров нет. Здесь все только ездят на машинах. А мы пришли посмотреть вот эту чудесную церковь. Вон какая икона красивая. Ну как золотом отливает. Да. Вот это красивая икона. Я не знаю, какая это церковь. Ну сейчас посмотрим. Вот такая красивенькая. Просто в городе. Вот что тут написано, это по-гречески. Тут, смотри, можно прямо свечки ставить. Тут вот свечки прямо возьми, поставь. Вот свечи, вот денежки кидай. 1 евро, такая огромная, смотри. А это сколько? А это сколько, не жалко. 3, да. Точно, тут у них, наверное, у них сейчас будет свадьба. Вот в этой церкви, это, наверное, свадьба будет. Это какой-то памятничек, по-моему, да? Андрон Эпифано. Эпифано. Так, ну вот улица похожа на торговую, да? Вот тут рестораны, кафе. О, мы пришли куда-то. Ну там телефонная будка, смотри. Ты думаешь, работает? Вот добрые дошли, видишь, написано. Вот. Можно здесь пройти. Тут все ходят через рестораны. Пицца. Здесь можем просто пройти. Ой, смотри, какой песик. А тут, смотри, детская площадочка. Играть будешь? Супер, детки веселятся. А здесь что? Камвин. Это что? Кофейня какая-то. А, кофейня, точно. А где написано, как это все работает? Ну, когда откроют, тогда откроют. Почему? Сегодня же вроде бы не раскрыли. Сегодня четверг. Сегодня не четверг, но все почему-то закрыто. Вот меню. Ха-ха. И грилл сифуд есть. Мы где-то около порта. Вышли. И более. Так, вот рестораны. Здесь уже работает. Да. Агнешка. Ха-ха. Кебабчи. Да. Да. Hello. Hello, добрый день. Добрый день. Hello. Merci, благодаря. Thank you. Так, мы дошли до конца. Похоже, не болгарин. Нет, совсем грек. Мы сейчас не вот здесь посмотрим. Болгар. Прекрасное место. Красивый вид просто на миллион. Лодочка. Красота. Thank you.
марина, и это все инфраструктура для владельцев катеров и яхт. Вот тут галерея греческих флагов, маяк. Вот это такая часовненька. Люди перед плаванием, наверное, тут молятся, чтобы с ними ничего не произошло. А мы сейчас залезем на горку и посмотрим. Красота. Тут какой-то парк. Да, посмотрю. Да. Тут такой сосновый лес. Кругом сосны. Там еще цель. Да. Тут просто... Там конкурент снимает. Да. Очень красивое место. Мне Ираклица оказалось. Мы совершенно, в общем, не думали об этом месте. Просто так заехали. Вот тут тоже новое строение. Вот так вот красиво, волшебно. На берегу моря. Просто супер. А там вон острова. Ой, как здорово. Ой, посмотри, какая красота. Так вот, белая церковь. А вот это вот желтый флаг, это греческая какая-то епархия? Да, это, по-моему, православная церковь. Самые красивые места. Нас обустраивает православная церковь. Да, сейчас вон туда, на камушек. Мы с тобой встанем и сделаем селфи. Такое ладно. Место просто ладно. Сам Бог велел. Святое, можно сказать. Красота. Почему в Греции все так красиво? Потому что они давно были древними греками. И поэтому они тут заселились в самые лучшие места. Прекрасное место. Отличное. Ираклица. Так, все, спускаемся в порт. Вот котятки. Котки. По-моему, они дикие. Вон, видишь, они дерутся. Вот лодочка запарковывается. Все скромно. Я думаю, здесь недорого, наверное, берут за паркинг. Раз их так много. По сравнению с другими. С Монако. Ну да. Девушка отдыхает. Ну вот есть вот такая подводная лодка. А, это болгарская, вон болгарский флажок. Я бы такую запомнила. Вот понос. Ну, на поносе я что-то как-то не хочу. А почему? Смотрится солидно. Это все променад. Ты говоришь, здесь нет променада. Просто променада в избытке. Нет, променад есть. Просто не около нашей виллы. Ну да. Ну, наша вилла на окраине. И от нашей виллы сюда пешком идти далековато. По этому, по пляжу. Вот тут, где все детки. Развлекаемся. Да. Хороший поселок. Езди отдохну, где развлечься. Кальяны, да. Вот сиди, куры, бамбук. Тут спиртное. А сейчас мы тут все осмотрим. Выберем ресторан. Вот я люблю сифуд. Все по-русски. Какое-то меню с коридой. Ципура. Сибас. Эспрессо 2,50. Ну, это же лучше, чем 4. Дороже, чем у нас да. В номере. Ну да, подороже, конечно. Тут у нас магазинчик. Оферта.
это по-нашему. Вот микс-гриль, сосиски, колбаски. Два... Вон эти бутерброды, эти, которые мы ели. Два бургера и картошка 7,50. Вот это болгарская еда наша. Вот, видишь, меню. Вот шашлык. Ручно приготовлено домашнее пиво. Отлично. Да, здесь все рассчитано на болгар. На болгар, но на богатых. Наверное. Вот видишь тут салата еще. Салата от Цезаря. Грецкая салата. Да. Так, а тут вот шашлыки 3 евро. Шашлык рубль 50. Вообще. Мне уже нравится. А здесь посмотри, какое раздолье. Ну, классно. Так. Это как... так. Это какие-то мороженые, да? Завтрак. Да. Так, ну это наша пляжная еда. Мне уже она надоела, честно говоря. По-моему, это все. Вот здесь паркинг. Вот паркинг большой. Даже сейчас нет места. Почему? Полно места. Вот, вот это тип. Платный паркинг. Он там, да, сидит, парковщик. А, да. Ну, вообще пляж огромный, конечно, здесь. Вся бухта – это пляж. А если мы пойдем туда дальше, то мы придем к себе. До нашего района. Я хочу сюда. Пошли сюда. А тут есть какой-нибудь человек? Мы зашли в таверну. Никого нету, поэтому. А есть еще рыбина супа. Это рыбина супа вообще 8 евро. Вот салата. Туна салат я буду. Или гриль машрумс. Нет. Чиз. Чиз не буду. Суп чиз. Ну ладно, сейчас выберем. Ну вот нам принесли первое блюдо. Салатик. Да. И пиво. Давай. С приездом. Да, с приездом в Грецию. Вот такой у нас Витик. Сидим в ресторане на закате. Мы влюбились в милую раклицу и решили здесь задержаться. Мы хотели продлить свое пребывание в этом отеле, но отель переполнен. И нам пришлось переехать в эту небольшую студию, поскольку наш номер был занят. Так, меня встречает тут портье. Это сразу кондиционер у нас при входе. Тут у нас санузел. Но, кстати, очень чистый. Очень аккуратный. Все есть, в принципе. Так что отельчик нас радует. И даже не люксом, а простой студией. Хотя это не простая студия, наверное. Да? А какая? Ну, ты же говорил, какая-то супериор или что-то. А? Так, ну вот входим, собственно, в студию. Вот рабочее место. Мое будет теперь около дивана. Вот это кровать. Здесь шкафчик. Вот тут, кстати, шкафчик мы уже освоили. Но тут есть сейф и фен. А вот здесь вот такая необычная конструкция. Это кухня. Вот мы купили уже арбузик, будем есть. И здесь вот такая вот кухонька. В принципе, не такая модная, как в том апартаменте. Но холодильник, плита такая немножко старая. Но, в принципе, есть все. Мы мало пользуемся этим. Чайник тоже, кстати, есть там. Все нормально. Так что вот такой у нас апартаментик теперь. Прекрасный. И вот он тоже имеет вид на море. Как ни странно. То есть вот здесь он так немножко утоплен в газоне. Но здесь все так красиво.
Мы прямо на пляже. Можно сказать, что мы можем вообще лежать здесь прямо на траве, не выходя из номера. Терраса огромная. Тут остат зонтик. Погода прекрасная. Рекомендую от нас. Вот такой чудесный светильничек. Тут есть такие жалюзи. То есть, если вы уходите, вы можете закрываться. Отлично. А картинка вот Кавалла написана, такая старенькая, немножко ретро. В общем, такой красивый этот номер, действительно, он стилизован немножко под ретро. Здесь мы проведем еще 3 ночи. Наш отель и наш пляж. Лежаки бесплатные. Вот наша вилла, и мы живем вот здесь. Прямо можно идти-идти и упереться в нашу кровать. Вот так идешь. Мы уже пересекли территорию виллы. И так идешь. Иди студия. Сейчас мы проверим, куда мы придем по этой грунтовой дорожке. Вот New Heraklitz, видишь? Trouble Entry. А здесь прям вот так. Греция – страна машин. Здесь везде можно подъехать, в любое место. Вот тут же вилла, тут же машины, тут же променад, хотя это официально пешеходная зона. Но все греки, румыны вот тут вот. В общем, им все равно. Они отдыхают. А вот здесь вот, видишь, свободная зона. Вот виллу можешь снять. Да, кто хочет виллу снять, можете здесь. Прекрасное место вообще, идеально. Вот так вот виллы и пляж тут. Это место болгарское. Я давно заметила, что тут все для болгар. Все на болгарском. Русский язык пропал из обращения. Да, такой ванильный запах. Лабонита, бутик от... Точно, я это помню. Точно. Вон какая бугенвилья красивая. Да, и бугенвилья классная. Лабонита, вот, пожалуйста, красивое тоже место. Вот он тоже пляж прямо рядом. И у него тоже есть бар на пляже. А тут культура, ничего, чем у нас. Тут дороже, да? Да. Местечко прямо прелесть. Под соснами. Красота. Так что, если кто хочет, вот Лабонита, вот тут вот такой, да, бутик-отель. Очень классное место. Не знаю, что внутри, но место классное. Сосны здесь просто волшебные. Такие огромные, как алоэ, да, это алоэ же? А, нет, это, наверное, все-таки не алоэ, они какие-то пустотелые. Внутри ничего у них нету. Интересно. Ну, а вот здесь вообще кемперы стоят. Вообще класс. Стали и стоят. Магазин. Да, ничего платить не вот надо. Можно, я думаю, вот там думаешь. Здесь какой-то ветер особенно сильный. Я думаю, что эти кемперы так стоят тоже на таких правах, а не на каких. Думаешь? Да, поэтому мне кажется, что... Но в Греции все. Вот здесь, видишь, вот здесь вот это место, оно да, такое... Да, немножко, такое да. Ничье, да, точно. Но и в Греции можно. Так можно делать. То есть, где не запрещено, там разрешено. То есть, нет такого, что вот нигде ничего нельзя. Наоборот, здесь все можно, но нельзя только там, где запрещено. А если нет запрета, все, они стоят... Так, ну тут, в общем, вот дикое место. Знак висит. Да, въезд запрещен. Оказывается, сюда нельзя ездить, а мы-то не знали. А здесь не знали. Они не знали, и вообще, не, по-моему, это не интересно знать. А, слушай, а может быть, вот там кемпинг вот за забором? Потому что здесь вот вообще пустое место, какой-то перерыв, смотри. Тут нет ничего, тут как бы дикая зона. Да, с этой стороны оборудованный пляж, а здесь вообще пустыня.
Здесь есть туалеты, переодевалки. Ой, а тут вот паркинг огромный. Beach bar and food bar. А, вот так, видишь, что это? Это beach and food bar называется. Beach and food bar. У него тут свой паркинг огромный, кемперы тут пасутся. Ты можешь сюда бесплатно приехать. Да. И у тебя есть два варианта. Первый вариант – бесплатный пляж. Да. Ну, без этого, без инфраструктуры. Или хорошо оборудованный, но, наверное, платно. Наверное. Посмотри, сколько тут места на паркинге. Да, бесплатно. И чем к нам ехать туда, на наши лежаки, когда тут такое хорошее место, и море то же самое. Место... Интересно. То есть это такое... У нас там какой-то цивильный кусочек. Ой, а это, смотри, полетели чириковки. Ой, сколько их вообще. Просто здесь такое как бы свободное место для всех. Нету никаких тут вилл, вообще пустое место. Хотя вон там вот застроили... А вот это Лидл. Мы знаешь, где мы около Лидла? Вон, видишь, Лидл? Мы идем около Лидла. Там вон магазин на трассе. А мы здесь вдоль моря. И сейчас мы, я надеюсь, все-таки до променада мы дойдем. Я так думаю. Я хочу понять, мы выйдем на променад здесь или нет. Здесь вот у нас пляжи. Пошли. Алана. Не Ираклица Ковала, Алана Бич. Всякие эти байкеры. Ну вот и все. Тут мы уже около города. А сколько времени мы шли? Минут 15? Ну, не знаю, сейчас 6 часов. Да, не больше. 15 минут. Мы преодолели эту зону. Да. Сейчас мы уже будем на променаде. Пляжи везде, пляжи, пляжи, пляжи. Бухточку всю запляжили. Тут ехать, по-моему, дольше, чем идти. Наши друзья болгары. Кто-то играет теннис. Такой воздушный какой-то. Можно взять водный мотоцикл. Вот это стука немечка. Угу. Пляжный теннис или что это? Мила, Мила! Наверное. Хочешь отдохнуть? Давай. Может быть, немножко подальше себе пойдем. Ну, давай подальше. А тут у нас что вообще?
это называется таверна Парадиза. Парадиза. Видишь, на каком языке? Фишлобстер. По-моему, здесь дешевле, чем мы вчера ели. Гриль октопус. Сангриль 14. Вот здесь вот. Инглиш. Ну, ресторан. Парадиза. Сардины. Шримпс. Мы вчера шримпсов ели. Да, да, по 10. Здесь 11. Ну, я надеюсь, они не такие, как там. Половину съели кошки. Даже большую половину. То есть мы вчера вот до сюда добрались. Мы замкнули наш маршрут. Пора заканчивать видео. Завтра мы поедем в новое место на прекрасный пляж по соседству. Спасибо всем, кто путешествует с нами. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Это стимулирует меня на создание длинных видео. Всем здоровья, добра и мира!